Городской молодежный центр проводит конкурс среди подростков на лучший проект по улучшению города. Самые удачные идеи получат шанс воплотиться в реальность. Мы запускаем конкурс ко дню рождения Тирасполя. Если тебе от 14 до 23 лет, это твой шанс реализовать свои идеи. Видео подростки из городского молодежного центра сняли для конкурса идей проектов «Тирасполь.роста». Приглашают принять участие молодежь от 14 до 23 лет. Проекты не ограничивают одной темы и принимаются новые идеи для социальной сферы и культурной. Можно предложить проекты, решающие проблемы в области туризма, экологии или спорта. Чтобы дать понять им, как можно себя реализовать для начала, дальше участвовать в других проектах, грантовских проектах, от президента. Александр всегда отличался активной позицией. Это он придумал языковой клуб для школьников. Идея понравилась, вот и помогли реализовать. На примере своем скажу, я был инициатором создания кружка по изучению японского языка с подругой. Такая мысль проскочила, и так как сам увлекался этой культурой, языком, нашел, как говорится, единомышленника и реализовали. Японцы посещали Тирасполь, заходили в молодежный клуб. Так школьники смогли сравнить свои навыки в языке с речью носителя. Где вы японский выучили? По приложению. Просто, серьезно? Да, просто по приложению учил и учу до сих пор. А японцы что сказали вот в этом набор вопросов? Для них, так как они думают, что их язык самый сложный, его очень трудно выучить, произносить, они очень удивляются тому, что ты хоть как-то, но разговариваешь на их языке. Полина тоже из молодежного центра. Ей 15, и она отвечает за креатив и продвижение гусей. Кто это, сейчас узнаете. Я ученица Тираспольской гимназии. Но тут я просто гусь, как говорится. Что это значит? Каждому журналисту мы объясняем, что это значит. Мы молодежный центр, но наша организация называется «Городской ученический совет». ГУС, ну или простонароднее «ГУСИ». Последний проект девушки – это ростовой костюм. Он привлекает взгляды и всем поднимает настроение. Гусь стал амбассадором молодежного центра на разных городских мероприятиях. Пришла внезапная идея создать костюм, ростовой костюм гуся. Идея очень быстро образовалась в сам зарисовку костюма. И я взялась за реализацию данного проекта. Мы взяли ткань и через месяцок я уже принесла готовый костюм. У меня тетя Шия. Спасибо ей огромное. У молодых людей идей хоть отбавляй. Стоит их оформить и принять участие в конкурсе. Заявки можно присылать на соцсети городского молодежного центра до конца этой недели. Катерина Воронченко, Александр Зелинский, ТСВ.